Друзья, простите, мои хорошие. Мы сделали, что могли. Но никто не ожидал такой подлости от обычного тромба. Ребенок лежал, ему почесали пузик. Она пыталась даже кушать. Хорошая, веселая девочка. И мы были счастливы, что успели. Но знаете, как бывает? Мы предполагаем, а судьба располагает. Ребята, Рейма ушла мгновенно, быстро. Просто закрыла глаза и перестала дышать. Не помогла ни реанимация, ничего. Мы ничего не смогли сделать. Рейма находилась в стационаре, рядом были врачи. Простите, ребята. Простите за то, что мы не боги, не ангелы, за то, что мы не можем. Простите за то, что мы вас напрягаем, теребим, кричим и просим, а в результате оказываемся бессильны. Простите, мои хорошие, и храни вас Бог от боли. Храни вас Бог, мои хорошие. Она это лапе сильная гематома. Вот, она как раз таки такая набухшая вся. Вот так же сильно. И с этой стороны как будто бы прокус. Возможно, ее до травмы еще кто-то покусал. Доброе утро. Мы уже проснулись и снова копаемся. Рейма, смотри, что у меня есть. Давай. Видишь? Ну, лежа-то кто ест? Зайка, на. Ты сядешь? Рейма, я тебя сейчас посажу и мы поедем.